Валентин Брылейф родился 1 мая 1926 года в Туле. Мать, Зинаида Федоровна Акунева, работала бухгалтером, а отец, Андрей Иванович Брылеев, железнодорожным рабочим. В 1937 году отца репрессировали, и семья Брылеевых переехала под Москву, в Лианозово, где в 1942 году Валентин Брылеев устроился слесарем на хлебозавод номер 9, где отработал один год, в 1943. В 1947 году учился в Московском архитектурно-строительном техникуме на факультете строительной машины и оборудования. После окончания 3 года работал конструктором на Ростокинском заводе строительных машин. В 1950 году поступил в ВГИК, курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой, который окончил в 1956 году. Сниматься в кино начал еще во время учебы. С 1956 года стал артистом театра-студии киноактера, где служил до 1989 года. Стал одним из самых снимаемых актеров советского кино. Играл преимущественно эпизодические роли, но зато в самых популярных фильмах. Работал с самыми лучшими режиссерами и партнерами. Много работал в озвучивании кинокартин. В конце 1990-х годов участвовал в телеигре «Колесо истории», где в компании с другими актерами разыгрывал сцены из различных эпох. Умер 18 декабря 2004 года в Москве. Похоронен в колумбарии Донского кладбища.